Всем здорово, ребят! С вами, как всегда, Шухрат, и вы на моем канале. Ребята, всех поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю самого-самого-самого хорошего! Как вы видите, сейчас у меня новогоднее настроение, настроение просто супер! И сегодня у нас рубрика «Открытие паков». Сегодня мы будем открывать паки в событии Boxing Day. И в магазине там появился раздел «Новогодние распродажи». Там мы можем потратить наши самоцветы и получить игроков с рейтингом 85+. Так что сегодня будет точно интересно. Посмотрите этот ролик, ставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы начнем новый ролик. Let's go! Ну что, ребята, как вы видите, в магазине появился новогодняя распродажа. Там мы можем потратить наши самоцветы и получить взамен игроков с рейтингом 85+. Но сейчас сначала мы будем открывать паки в событии Boxing Day. Мы можем там получить игроков из 80 до 85. 5. Вот эти игроки. Столько игроков. Мы будем открывать 5 паков события Boxing Day. Вот такие игроки мы можем в конце этого события получить. Так, я думаю, получу 92 Бен Чилуэлл. Левый защитник. В прошлом видосе сказал, что я могу получить Алана Ширера с рейтингом 93. Нет. Оказывается, я не успею его получить. Да, он был бесплатным, но я проиграл много в матчах. И теперь я буду получить Бена Чилуэлла с рейтингом 92. Вот его статистики. Простите. Его статы. Таких игроков есть много. Так, теперь давайте откроем пак. 5 паков. Для получения Бена Чилуэлла надо 5 игроков Boxing Day. И сейчас мы их получим и сделаем СБЧ для... И нам выпадает 82 Боуэн с рейтингом 82, правый вингер. Так, Бена Чилуэлла нужен 5 игроков из Boxing Day, и мы сделаем СБЧ для Чилуэлла. Так, следующий пак у нас кто нам выпадет? Кто? Я хочу, чтобы нам выпал 84 Ришарлисон. Если да, то, может, я оставлю его на основной состав. Он мне пригодится, точно. Так, следующий игрок нам выпадает. Манчестер Юнайтед Фред с рейтингом 83. Центральный полузащитник из Бразилии. Фред. Ну, в принципе, неплохо. Еще не выпал 80. Это меня радует. Так, следующий игрок. Третий набор, третий пак в событии Boxing Day. И посмотрим, кто нам выпадет. Так, открываем пак. И нам выпадает игрок с рейтингом 81. Орио Ромеро. Ориол Ромеро. Думаю, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, он играл или за Барселону, или за Реал. Напишите комментарий, если знаете его. Так, наш четвертый пак. И думаю, нам выпадет топовый игрок с рейтингом. Дайте хотя бы 84. Нам выпадает кто? 84. Дайте. Да, есть. Нам выпало 84. Гуйта. Гуйта, вратарь Кристал Пэлас, который пропустил 7 голов от Ливерпуля. Нет. Так, 84 Гуйта нам выпал. И наш последний пак. Дайте Мэдисона или же Рубена Диеша с рейтингом 85. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дайте этих игроков. Я буду просто рад и доволен буду. Давайте, последний пак. Открываем. И нам выпадает кто? 81 Айлинг. Правый защитник Лидс Юнайтед. Понятно, понятно. Все-таки мы не получили игрока с рейтингом 85, но получили 84 голкипер Кристал Пэлас. Я очень хотел Ришарлисон. Ну ладно, давайте теперь сделаем СБЧ Чилуэлла. Так. Для того, чтобы это сделать, у нас должен быть игроков, 5 игроков Boxing Day. Окей, мы сейчас открыли 5 паков как раз. У нас есть 5 игроков Boxing Day. Вот они. Фреда поставим, Ориол Ромеро, Айлинг, Боуэн и в конце наш вратарь Гуйта. Так, вот, мы сделали уже СБЧ, но я сейчас не буду отправить, потому что подумаю еще, если, ну, если они в конце этого события могу их продать, тогда продаю и куплю игроков с рейтингом 80. Я очень... Хорошо, подумаю. Но пока что пусть такое останется. Так, ребята, магазин. Ребята, новогодняя распродажа. Здесь мы можем получить игроков с рейтингом 85+. Потратим 1250 самоцветов и взамен получим.
Игрока с рейтингом 85. Кто? Я закрываю глаза. Дайте игрока с рейтингом 87 хотя бы. И нам выпадает Трент Александр-Арнольд, 85-й. Слушайте, да, знаю, рейтинг самый низкий, 85, но игрок, мой самый любимый игрок Ливерпуля, выпал, Трент Александр-Арнольд. Я его буду продать, в этом ролике мы будем продать их. Ну, в принципе, неплохо, но я думал хотя бы 87, ну, посмотрим. Так, второй пак. Сегодня мы будем открывать два пака, потому что остальные самоцветы нам нужны для события Boxing Day. Поэтому, сори. Так, наш последний пак. Давай, выпадает кто на 80? Блин, 85, Ангель Ди Мария. Очень-очень жалко. Мы потратили 2500 самоцветов, а взамен получили игроков, двух игроков с рейтингом 85. Думаю, тренд стоит миллион. Ровно. Думаю, тренд стоит, потому что 3 дня назад он был 1 200 000 монет. Так, посмотрим, сколько они стоят. Так, сейчас мы посмотрим. Так, вот, рынок, продать. Тренд стоит сколько? Давай, 1 200 000 монет. Чего? 600 000 монет? Блин, 3 дня назад, поверьте, ребята, 3 дня назад тренд Александр Арнольд с рейтингом 85 стоил 1 200 000 монет. Мы продаем его за 200 000 монет, думаю, за это уйдет. Если не уйдет, это будет очень жалко. А сколько стоит Ангель Ди Мария тогда? Ди Мария стоит, блин, почти 1,5. Блин, мы продаем его за 300 000 монет, а он стоил 100 000 монет. Почти 150 000 монет стоил. Так, мы продадим его, да, давай за 308 000 монет. Думаю, за это он точно уйдет. Как вы думаете? Напишите в комментарии. A few moments later. Ну что, ребята, они не продались, мне очень жалко, но теперь будем продать за другую сумму. Давайте сначала будем продать Ди Марию за почти 200 000 монет. Будем продать. Думаю, за это он точно уйдет. А Трент Александра Арнольда мы будем продать за 568 000 монет. Думаю, оба за эти суммы должны уйти. Думаю, уйдут. Как вы думаете? Напишите в комментарии, они продутся или нет. Жду. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы открыли 5 паков события Boxing Day и получили 2 игроков с рейтингом 85 в магазине новогоднего распродажи. Думаю, вам ролик понравился. Если да, то ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И для блогера самый лучший подарок на Новый год — это подписка на канал. Так что сделайте красную кнопочку подписаться серой. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик до конца. С вами был, как всегда, HFIFA. С наступающим Новым годом, ребята. Поздравляю еще раз. Всем удачи, всем пока!